И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и это снова Арк, снова... Альфач. Снова Арк и снова сервер Savage, PvE-10X. Собственно, что я записываю на серии там? Собственно, записываю я ее для того, чтобы рассказать вам о том, что у сервера появился второй сервер. Да, два в одном, два в одном. Заходишь на один сервер, получаешь доступ ко второму серверу. Да, между серверами есть переход. Второй сервер, конечно же, на карте Рагнарог. Но Afterlife на этом сервере нету. Там обычные моды S+, стаки, инкубатор яиц и флайер, типа, чтобы динозавры летали, точнее, летуны летали так же, как раньше. Все. Стандартные такие моды, без лишних заморочек. Возможно, в дальнейшем появится Afterlife, когда разработчик сделает поддержку этого мода. Переход на этот сервер осуществляется обычным образом. Собственно, сейчас я и бегу, чтобы вам показать этот способ. Если я не сдохну, я сдохну. И поэтому поищем какой-нибудь другой луч. Вот, потому что что-то я как-то бегал-бегал, а толку оказалось немного. Давайте попробуем вот здесь вот. Где? Вот оно. Собственно, что же? Для чего это нужно? Во-первых, для чего это нужно? Ну, если вы хотите поиграть на модовом Рагнарёке, то, пожалуйста, можете спокойно заходить. Во-вторых, это для тех, кто хочет, играя на этом сервере, играть на Рагнарёке, без, так сказать, ущерба для себя, чтобы не качать персонажа и так далее. У вас уже есть раскачанный персонаж, вы можете спокойно переместиться на другой сервер. Что еще? Переносится только персонаж. Никакой, ни лут, ничего. Только персонаж и его характеристики. Все. Для чего это сделано? Чтобы не было дисбаланса. Ну и опять-таки же, чтобы вы не перетащили какую-нибудь шпяку, из-за которой просто сервер крашнется и все к чертям собачьим полетит. Вот. Такие вот тоже, так сказать, ограничения и защита. Ну, по-простому говоря, обычного персонажа перенести будет достаточно. Также еще, что я хотел сказать. При первом перемещении у меня была проблема. У меня зависла игра. Ну, как зависла игра? Была проблема... Чужие руки. Я очкую. Сраное говно. Я ненавижу это, ей-богу. Почему я ненавижу? Это музыка лицензионная. У меня на эту музыку уже пришло оповещение о том, типа, о, это музыка лицензионная, да, короче, мы тебе монетизацию включим на этом видосе. Но это как бы фигня, мне 3 копейки-то не жалко для них, но все равно возиться с этим неохота. В общем, подождем вот этот луч. И все нормально будет. В общем, перемещаться можно через DBDs, через лучи, все по стандарту. Что еще? Как я уже сказал, если у вас игра зависла, не бойтесь. Сейчас вот этот терезинозавр сраный уйдет. Не бойтесь. То есть, как бы, это не проблема. У меня была проблема в чем? Была проблема с подпиской на мод. Вроде бы на мод-то подписался, но загрузка как-то пошла... Короче, что-то пошло не так. Вот так, если по-простому говоря... Ну-ка, что тут у нас? Кластерная граната. Ах ты, пошел в жопу. Эх! Сейчас я его отгоню. Вот. В общем, что пошло не так? Ёпта. На мод я подписался, но, как часто бывает, типа, загрузить по новой. Просто говоря, первый раз, возможно, какая-то ошибка. Я выгрузил игру, то есть через диспетчер задач закрыл игру и все. То есть с этим я проблему решил. Так, ты все еще за мной бежишь? Нет, отстал от меня. Вот, с этим я проблему решил. Кстати, сейчас, если я буду пытаться переместиться, вот он, кстати, название. Вы типа пытаетесь переместить запрещенный товар. Все скины тоже нужно выкинуть. Дальше заходим. Переместиться. И войти с выжившим. В общем, здесь уже начинается загрузка карты.
Загрузка модов. Ничего сложного. Здесь происходит вот. Пожалуйста. Первый раз у меня была проблема, второй раз уже проблемы нету. Сразу же все, пошла загрузка. Вот, пожалуйста, пошел Рагнарок, все, все так надо. Вот, и без каких-либо проблем. Давай, давай, грузись. На данный момент, если все, у меня еще загружается видос на канал. Поэтому... Он медленнее работает. Он работает реально медленнее. То есть у меня запущен браузер и загружается видео на канал. Так что работает медленнее. Так что с этим у вас проблем не будет. Все, пожалуйста, у меня выгрузился персонаж. До 20 числа PvE режим, потом режим сервера будет установлен, исходя из ваших голосов в группе. Вот, пожалуйста, 20 числа можете голосовать PvE или PvP на этой карте будет. Вот, так что тоже как бы такие вот дела. Выгружаемся на карту, ну, как мы помним, Викинг Бэй все-таки самый актуальный. Викинг Бэй, джунгли, ну, давай, Викинг Бэй. Загрузимся. О, кстати, там чувак стоял. Блин, интересно, что это за здание такое? Там чувак стоит, короче, типа, реально Викинг, холл викингов, что ли? Как же он обзывается, да? Блин, я забыл, я так обожаю скандинавскую мифологию. Ну, я, честно, забыл про вот это вот, блин. Блин, я забыл. Ребят, если вы помните, как называется холл викингов, Вальгала? Слушай, она что называется? Вальгала? По сути же, Вальгала. Ну ладно, короче, не ладно. Напишите в комментариях, если вы знаете. Вроде бы Вальгалу, что они забирают. Они появляются в Вальгале и все дела. Все, пожалуйста. Вот мой персонаж. Вся та же самая раскачка. Как видите, опять скины у меня загрузились. Вся та же самая раскачка, как у меня была. Обычные 10x, без лишних заморочек, все как надо. Я опять могу спокойно качаться, добывать и так далее. Здесь идут стандартные моды. И, кстати, я могу здесь, вот еще чем огроменный плюс. Я здесь могу изучить все, что изучается на Scorched, то есть на выжженных землях. Я это все, черт побери, могу изучить теперь. И создавать уже на том сервере. То есть на... О, господи, черепаха, ёшкин-матрёшкин тебя. На том сервере. То есть я прокачиваюсь на максимум, перехожу сюда, вкачал себе все энграммы, которые с выжженки. И все. И без лишних заморочек я потом могу там создавать. Вот, кластерная граната, пожалуйста. Седло для горного голема. Огнемет. Боеприпас для огнемета. Все, все. Без заморочек. Кстати, как вариант, здесь можно будет серу добывать. А, ну серу, подожди, добывать-то тут не получится. Да, здесь же не получится перемещаться. Но, как минимум, можно изучить все эти предметы с выжженки и просто кайф. Наконец-то я их изучу. Супер. В общем... Как видите, все легко и просто переместиться. Обратно перемещаемся точно так же. Подходим к лучу и к лучу, к обелиску. И перемещаемся без лишних заморочек. Вот, собственно, и все. Пишите свое мнение в комментариях. Нравится вам это или не нравится. Вот, пожалуйста, песочек собираю. Эх, здорово. Вот. Пишите свое мнение в комментариях. Нравится вам это, не нравится. И там уже будем смотреть, что, как, да где. Ну, а я с вами на этом уже буду прощаться. Не забывайте подписываться на канал. А что там за летун такой? Он так в воздухе застыл. В общем, пишите. Пишите в комментариях. А, это этот, чайка долбанная. О, ёптель-моптель. Уже построились. А Ваню? А Ваню? Ну-ка, у нас здесь это... ПВП или ПВЕ? ПВЕ же, да? Нам-нам-нам-нам-нам. Блин, они уже тут... Он притомили. А может, хватит на кликеры сидеть? Фу, кликераст. Ну, я такой же. Офигеть, я даже не видел эти постройки. Вы посмотрите. Мелкий. Круто. Вот тот этот динозавр, которого я видел. Блин, уже народ позастраивался. Я офигеть. Какое прикольное место, блин. Здорово. Племя Лиам.
Или Лайм Лиам. Ну-ка, давайте-ка еще посмотрим. Подождите, успеем еще закончить серию. Вася, Василий! Ой, ёпта, я очканул. Вася! А, это твои притомленные. Эй, Трайк помер. Помер Трайк твой, да? Ну, блин, я тебе ничем здесь помочь не могу. Я не могу поставить тебе ящик, чтобы ты его залутала там. Ух, замочили Трайка. Ну, что поделать, бывает. В общем, народ, такие вот дела. Кстати, у моей соседки там замочили тоже птерчика. Эх, жалко. Ну, птерчика также дилки заспавнились на базе и замочили птерчиком. Бывает. В общем, кстати, ставьте на нейтралку и все будет хорошо. В общем, вот теперь точно это все. Пишите свое мнение в комментариях, что вы об этом думаете. Ну, а я побегу искать луч, где же мне тут обратно переместиться на сервер. Либо побегу до обелиска. Все-таки ж я на центре играю. Вот такие дела. В общем, все на это все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. Все на это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.